Процесс перевоспитания осужденных основывается на прививании им трудовых навыков, поэтому выставка продукции перед пресс-конференцией вполне объяснима. Средства от реализации продукции – это погашение исков, зарплата заключенным, помощь их семьям. Здесь умеют делать все, причем очень качественно. Кроме того, вопреки расхожему мнению, осужденные едят в основном то, что производят, поэтому подсобное хозяйство и цеха консервации тут дело обычное. На выставке представлено лучшее, и далеко не все. Минимум должен быть у каждого. Послабление режима только для тех, кто встал на путь исправления, инвалидам и женщинам. Исходя из того, чтобы это коснулось более таких малозащищенных, что это инвалиды, ветераны, какие-то есть, может, пожилые люди, которые еще прошли определенные конфликты, военные участки, но даже не государство, например, тоже соответствует. То есть здоровых мужиков уже достаточно близко. Заслужить соблюдением режима и исполнением рабочих обязанностей можно многое. Хорошо себя ведешь и работаешь, можешь получить оплачиваемый отпуск домой, можешь заказать себе еду, можешь получить длительное свидание с родными. Андрей Рябков в своем докладе отметил работу представителей средств массовой информации по взаимодействию с ведомством в прошедшем году и поблагодарил за профессиональный подход и объективность при подготовке информационных материалов о деятельности уголовно-исполнительной системы в регионе. Павел Половов, Юрий Ломатов, новости Улправды ТВ.